Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет очередная новинка от Bluedio, модель Turbine 5-го поколения. Упаковка изменилась по сравнению с Т4 модели. Основные характеристики вы видите на коробке, элемент управления. Также присутствует голографическая наклейка, которая показывает, что наушники являются оригиналом. Более подробные спецификации вы видите на экране. Теперь давайте откроем, посмотрим, что внутри. Так, внутри сами наушники, компактные упаковки, набор аксессуаров. Здесь располагается мешочек для хранения, а также кабели. Все это вытаскивать не буду. Кабель здесь формата Type-C, как и в предыдущих моделях. Также есть инструкция на многих языках, в том числе и на русском. И давайте сейчас рассмотрим сами наушники. По сравнению с предыдущим поколением немножко изменился дизайн. Чашки теперь не так липко вращаются, есть небольшие фиксации. Теперь оно все идет относительно туго. Это, несомненно, плюс. Также присутствует кнопка, которая отвечает за шумоподавление. Но в предыдущем поколении она была бесполезна. И также у нас есть несколько отверстий под микрофоны для шумоподавления. Из кнопок у нас есть качелька регулировки громкости. Также она может отвечать за переключение треков по долгому нажатию. Гнездо для зарядки Type-C. Он уже является и аудиоразъемом через соответствующий кабель. Микрофон, индикатор, многофункциональная кнопка, которая отвечает также за включение, ответ на звонок, и кнопка пауза, play, для плеера. На другом наушнике нет никаких больше кнопок. Для того, чтобы включить данные наушники, нажимаем кнопку многофункциональную для двух звуковых сигналов. После второго сигнала можем наушники сопрягать с телефоном. Для этого включаем Bluetooth, поиск. И в поиске мы увидим такое вот название Bluedio T5. И наушники уже сопряжены. Теперь можем запускать плеер и запустить первое воспроизведение. Сейчас выставляем максимальную громкость. Сейчас это была максимальная громкость. Вот это они громко. Если хочу одеть, будет еще громче. Размеры амбушюры у вас будут сейчас перед глазами. А сейчас я их прослушаю некоторое время и сделаю свое заключение по поводу данных наушников. Прослушал я данные наушники и могу сделать следующее заключение. Звук у них довольно хороший. По крайней мере, лучше, чем в модельке Т4. Приятный бас, четкий, недавящий. Ровненькая серединка. В общем, звук мне очень напоминает модельку F2. Действительно, получилась удачная модель. Нет проблем с задержками звука, как было в Т4 модели. Тут, кстати, все в порядке. Теперь о недостатках в звуке. Видите кнопку для активации шумоподавления? Лучше никогда ей не пользуйтесь. Она сильно ухудшает звук. Поэтому для прослушивания ее лучше не трогать вообще. Лучше бы они ее убрали. И больше никогда не использовали ни в них из моделей. Так как нигде не было это реально правильно реализовано. Здесь какие-то косяки. Ножки на голове сидят удобно, не давят. Сами по себе они довольно легкие. Полегче предыдущего поколения. Главное, что у них ничего не телепается, как было в Т4 модели. В общем, одни плюсы. Главное, что очень классный дизайн.
Действительно, посмотрится они очень приятно. Носить удобно, а при послушивании музыки доставят массу удовольствия. В принципе, данным модельком я могу рекомендовать покупки. Либо можете присмотреться к модельке UFO 2, на которой тоже будет небольшой обзор. Эквалайзер я никакой не использую при прослушивании. В принципе, все использую по стандарту. Что на компьютере, что на телефоне. Звук хороший. Микрофон. А вот микрофон, как обычно, в блюде среднего качества. Для голосового общения его хватит. И не более. Сейчас тестируем качество микрофона на ушках в блюде модель Т5. Ну, сейчас у меня одеты на голове.